Глава Сургута Вадим Шувалов провел свой первый Кубок города по КВН. 29 октября за звание чемпиона боролись 8 команд. Школьников, студентов высших учебных заведений, работающую молодежь объединила в этот вечер отличное чувство юмора и тема игры «Наше кино». Стоит отметить, что свободных мест в зрительном зале не было, что говорит о возрастающей популярности юмористической игры в нашем городе. Бурными овациями зрители поддержали тонкий женский юмор, шутки про новую улицу Николь, предстоящие американские выборы и внезапно появившийся в нашем городе Киевси Авто. К этому Кубку главы города 3 года писали шутки, материал, готовились. Игра серьезна, новый глава, боимся подвести. Я думаю, что наши шутки оценит новый мэр, и у нас смешно. Мы очень хорошо себя оцениваем. Мы подготовились. Да, мы подготовились, мы верим в себя. А я и не знал, что в сети, мол, через мечеть дорога.